Ну, так много получилось прогуляться по городу, то, что вот погуляли, красивая набережная и, в принципе, красивый город. А настроили на игру боевой и, надеемся, сегодня победим. Рад вернуться в Хабаровск, потому что я провел здесь 2 года. Они были для меня очень хорошие. Только положительные эмоции, связанные с этим городом, с болельщиками. Здесь очень хорошо поддерживают команду. Вот, поэтому я очень рад здесь оказаться. Вот, а настрой как, у меня боевой, поэтому в 2 раза больше буду бегать. Надеюсь.